дальше движемся по Большой Садовой в сторону рынка. Напротив парк Горького. Я его много уже снимала, сегодня туда не пойду. Там дальше Садовая Ворошиловский. А мы пойдем вот сюда, вот к Дону. Здесь чудная скульптурная группа. Памятник сантехнику. Все фоткаются, всем нравится. Но мы пойдем прямо. Мне нужен огромный фурнитурный магазин, где есть булавочки и утяжелитель для штор. Вообще кайфово сделали, конечно. Кафешки, все дела, что-то раньше было, я не помню уже, но так быстро меняется. О, белорусская косметика здесь. Так, мне бы еще вспомнить, как этот переулок, соборный точно, потому что он ведет к собору. Прямо-прямо где собор, памятник дяденьке священнослужителю. Это рынок, и за ним туда дальше дом. Не знаю, если сил хватит, я уже мокрая вся от этой жары, то, может быть, спущусь на 13-й причал. Вот, спасибо тебе, братское сердце, он поехать решил прямо в этот момент. Ладно, идем прямо.